try and prove I'm productions. That was not what we wanted, though, with a short rotation to play an overtime. But you know, those are the things that, you know, and especially how we came to that overtime, because we gave up some easy threes that we should not give. So that's a good example for us and a good teaching point. But in a fact, we were talking before that game about the turnovers we had against AEK, the last game we played, and playing an overtime game and have 11 turnovers, that shows that we handled good the ball over there and we make some good plays. So overall, we've seen what we wanted to see. Неожиданно тяжелый матч был по игре. Мы хорошо, ну так, начали, очков шли, и игра такая была вязкая, и все хотели выиграть. И мы встретили две команды, титулованная Барселона, ЦСКА, это большое имя. В конце мы повели здесь, я не знаю, 8 очков, и я думаю, вот этот у нас, как в том году было, надо вот этого избавляться, мы не можем довести до победы, и ушли в овертайм. Да. И был последний шанс, бросил, промазал. Но надеюсь, что в другой момент забью, но главное, что мы выстрелили в овертайме и показали, что ну, не зря проделил такой путь и предсезонки. Я думаю, что это хорошая победа такая в овертайме, волевая, могу так сказать.